Всем привет, с вами владелец аквариума. И на данный момент аквариум выглядит вот так. Его завалило лавой. Я промыл ее под проточной водой и решил пока поместить в аквариум. Думаю, сегодня-завтра начну что-то тут переделывать, убирать корягу, наматывать на камни буцефаландры, все это размещать, убирать сетняк. Камни я кинул вчера. Вчера я посмотрел, когда кинул камни, была взвесь. Ну и решил воспользоваться препаратом кристалл. Ну вот, я вставлю видео, как я его сюда добавлял. Ну, в принципе, вот на утро результат. Вода чистая. Есть, конечно, какая-то взвесь плавает, потому что тут коридоросы, и ну, там, где они есть, взвесь будет. В общем, вот такие, ребята, новости на данный момент.